с вами перед нашей общей молитвой прочитаем из 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих. Очень легко запомнить. 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих. И мы с вами читаем. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай и другим, чтобы эти другие могли и других научить. И мы с вами очень хорошо понимаем, что Павел, обращаясь к Тимофею, он говорит ему о том, что он слышал. Он слышал Слово Божье, он слышал Писание, он слышал вот эту историю об Иисусе Христе, он слышал о том, как Бог проявил любовь к человеку. И вот он говорит, вот то, что ты слышал, Божий план спасения народа Божьего, передай это другим. Передай верным людям, чтобы они могли других научить. И это очень важно для нас с вами, так же само обращаясь к Священному Писанию, что мы слышим, что мы читаем, когда мы слушаем проповеди, чтобы мы с вами могли передать нашу веру другим. Мы можем передать нашу веру нашим детям, можем передать нашу веру нашим друзьям, нашим соседям, передать то, что мы можем только передать то, что мы имеем с вами сами. И это очень важный момент, когда мы с вами что-то имеем, тогда мы можем передать. Если мы с вами сами не имеем веры, нам нечего передать. Если мы сами с вами живем в этом мире, и мы все время переживаем, что будем делать завтра, что мы будем кушать завтра, что будет завтра, что произойдет в этой стране, у нас так все плохо, вот там так все хорошо, и они повезло им, что они живут в том месте, а мне не повезло. Что я передаю? Я передаю своим детям то, что у меня тут все плохо, или мы живем в плохом месте, и у меня плохая работа, или еще какие-нибудь другие возможные препятствия, с которыми мы сталкиваемся. И говорим, что у кого-то там лучше, если бы мы были там, если бы у меня была другая работа, если бы меня кто-то чему-то научил, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы о чем мы заботимся с вами? Описание нас обращает, что будьте внимательны к тому, что вас наполняет. Что нас с вами наполняет, братья и сестры, когда Слово Божье обращает наше с вами внимание на наполнение наше, оно нас... То есть несколько моментов, на которые Писание обращает наше с вами внимание, чтобы мы укреплялись в Слове Божьем. Еще Моисей сказал израильскому народу на горе Синай, что... Повторяй слова сии день и ночь, научай слова сии и утром, и вечером, идя дорогою, ложась и вставая. Это когда ложится человек спать, он размышляет о Слове Божьем. Когда встает, он размышляет о Слове Божьем. У нас с вами, может быть, иногда смещаются приоритеты. Вы знаете, мы, может быть, иногда делаем упор на знания, мы вкладываем деньги в знания, вкладываем деньги в наших детей, мы их учим, обучаем, английский, французский, китайский, там, пение, музыка, что угодно. Но важно это что? Вы-то старшее поколение, вы-то уже понимаете, что есть вещи важные в жизни, и если мы эти вещи важные не вложим, то человек будет. Абсолютно, все равно будет. Он будет знать все языки мира. Но что доброго он пронесет в этой жизни? Вы знаете, я прочитал историю в Аушвице, концлагерь, Аушвиц, очень много евреев и детей. Так вот в этом концлагере были евреи и дети. И в этом концлагере взрослые евреи организовали две школы изучения Писания. Вы представьте себе, у них не было Писания, они его помнили. Я не знаю, все или нет, но не важно.
они помнили и могли передать это вот тем детям, которые жили в этом концлагере. Они под страхом смерти организовали две школы в концлагере, где не было никаких условий. Они спускались туда к детям по водосточной трубе. И эти мужчины рассказывали детям о Боге. Они передавали им то, что слышали сами, то, что когда-то им передали. И они готовы были это передать. И эти дети принимали. И потом, когда в этом концлагере был такой праздник Шафар, не Шафар, а я забыл, как называется праздник, но в этот праздник трубят в Шафар. Так вот, 1400 юношей, детей немцы приготовили для того, чтобы их казнить. Вы не поймите правильно, я не хочу, знаете, коснуться ваших чувств, коснуться ваших вот этих вот моментов. Просто возьмите важное, то, что важно для этих детей, стало то, что они хотели услышать звук шафара, который звучал. Мы тут слышали в церкви, помните, нам уже показывали, как звучит этот шафар. У них была такая традиция. Труба. Да, это было из рога животного сделанная труба, в которую трубили мужчины. И вот эти дети, они хотели его услышать перед смертью. И мужчины пошли, договорились с охранниками, чтобы их туда пропустили. Они заплатили деньги, они туда зашли, они играли. И они что могли сказали, и эти дети шли умирать со словами «Жив Господь Израиль!». То есть они шли с верой. А мы с вами идем, сегодня у нас немножко другая ситуация, и мы с вами живем немножко в других условиях, у нас нету страха смерти, у нас есть что угодно, у нас есть хорошие кондиционеры, у нас есть, может быть, не очень хорошие, удобные лавочки, стулья удобные. Вы понимаете, очень часто мне жалуются глухие мои, что очень неудобные стулья, сидим, слушаем, неудобно, нам неудобно слушать, нам надо мягкие диваны, мы привыкли к комфорту. Это неплохо, но есть важное есть Слово Божие, и если сегодня еще в этом мире люди собираются на изучение Слова Божьего и тратят 6 часов, они собираются на 6 вечера и сидят до 12 часов ночи, разбирая Писание в одной из церквей нашего земного шара. То есть для людей очень важен разбор Писания. Но вы должны понять, что мне важно разбирание Писания, и я хочу это передать. Я это разбираю сам, меня оно само захватывает, и я читаю Писание. Если в 1 Петра 3:15 Петр говорит: «Господа Бога святите в сердцах ваших, всегда готовы всякому требующему вас отчета о вашем бывании дать ответ с кротостью и благоговением». Петр призывает, чтобы мы всегда были готовы дать отчет о своем уповании, в том, что мы верим, что мы, кому мы можем дать этот отчет. Кротко, благоговейно. Знаете, не то, что там, если нас что-то спросят, то мы сразу, у нас гнев, эмоции, нас наполняет. Вот что нас наполняет? Что из нас исходит, когда нам наступают на ногу? Мы или в возмущении, или говорим: извините, пожалуйста, встаньте с моей ноги. Понимаете? Вот что у нас внутри, но это происходит, вы должны понять, что это то сверхъестественное, которое делает только Бог. Мы не можем с вами притворяться, быть верующими, мы не можем притворяться в том, чтобы одеть, знаете, внешне, быть похожим на верующего, одеть что угодно, любую одежду, и внешне казаться одетым. И внешне казаться верующим, в благоговейном состоянии. Иисус Христос осуждал книжников и фарисеев, и Он говорил им: вы гробы окрашены. Они были одеты, у них были очень хорошие знания. Вы заметьте этот момент, они имели очень сильное познание Слова Божьего. Но Слово, есть Слово Божье, есть Дух и истина. Так вот, истина – это вот Писание. Есть еще Дух Писания, который говорит нам и обращает на нас внимание. И Он, Дух этот Святой, когда Он помещается в нас, когда Он говорит нам,
вы не испутаете это ни с чем. Вы ни с чем не испутаете то, когда вам говорит сам Господь, и вам Господь всегда говорит. И сегодня утром мы слышали очень хороший стих, что Господь говорит: «Пойди накорми». А мы иногда сомневаемся, и каждому из нас, мне лично, точно так же говорил Господь, говорит: «Пойди, помоги». А я говорю: «Да что я пойду помогать? Есть масса других людей, которые могут им помочь, или пусть они идут что-то делают, или пусть работают. Я работаю, я сам зарабатываю. Я сам кормлю свою семью. Почему я должен идти помогать тому человеку, который не хочет работать, который не может работать? Я не знаю». И Писание говорит на этот счет: кто не работает, тот пусть и не ест. Но вы понимаете, мы с вами призваны к милосердию. Скажите, пожалуйста, нас Господь простил по заслугам нашим, по делам нашим, потому что мы такие с вами хорошие? Да мы с вами заслуживаем. Вы сами знаете, чего. Мы негодные люди в этом мире. По милости своей Господь коснулся наших сердец, и мы сегодня немножко прикоснулись к Священному Писанию, немножко пытаемся познать Бога. Мы сегодня стремимся, у нас есть желание, желание сердца моего лично больше и больше вникать в это Писание, больше понимать, что Бог хотел передать. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 16 стих, Иисус Христос говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Это слова Иисуса Христа. Чтобы наш свет светил в этом мире еще сегодня, и мы с вами прославляли нашего Господа. Какой свет у нас сегодня? Какой свет? Чем мы с вами наполнены? Что мы можем передать еще сегодня? Как мы относимся друг к другу? Как мы относимся к своей жене, как жена относится к мужу, как мы относимся к детям. Мы приходим в этот дом молитвы по воскресеньям, по четвергам, по субботам. Что нас наполняет, к чему мы с вами стремимся, почему мы сюда идем? Чего мы жаждем? Мы хотим больше познать Слово Божье, мы хотим сами познать это и передать это дальше другим людям. Иисус Христос кого взял? Он взял рыбаков, которые ловили рыбу, и что он им сказал? Теперь вы будете ловить людей. И все Священное Писание, Иисус Христос, в частности, он говорит о том, что вот ваша задача, идите, несите эту благовесть, говорите. И говорить ее нужно не только здесь, с кафедры. Даже можно сказать, с кафедры здесь мы говорим самое малое. А все, кто здесь с кафедры, говорят, мы готовы точно так же встать и вместе с вами пойти в этот мир. Потому что вот там вот важно, вот в мире, где мы живем, не здесь, не в доме молитвы. Здесь мы с вами собираемся для того, чтобы насытиться, для того, чтобы получить, для того, чтобы прославить Бога. Мы молимся, поем, восхваляем. Здесь у нас торжественное собрание. Иногда проходят евангелизационные, но самое большее Евангелие наше, это в нашей жизни, это когда мы там, на улице, это когда мы там даем голодным, когда надеваем тех, кто раздет, когда встречаем, когда кормим, когда там мы призваны. Вот там наша с вами настоящая жизнь. Здесь это может быть просто искусственная наша жизнь. Мы здесь можем быть, вы сами понимаете, о чем я говорю, что мы можем здесь быть верующим, а дома или на работе. Какой свет у нас с вами, братья и сестры? Какой, что мы несем в этот мир? Потому что мы с вами призваны для того, чтобы светить, чтобы свет, который в нас, он разорвал вот эту тьму, которая вокруг нас. Мне очень нравится Псалом 41, 8 стих. Бездна бездну призывает голосом водопадом твоих. Все воды твои, волны твои прошли надо мной. Вот это вот словосочетание «бездна бездну призывает». Вы понимаете, бездна – это величие, это бесконечность, это Бог великий призывает бездну, которая внутри вас.
Потому что Духом Святым Он вселился в ваше сердце. И Он призывает сегодня каждого из нас, чтобы мы шли в этом мире и говорили о самом ценном для нас, о самом дорогом, о той жемчужине, которую мы с вами нашли. И пусть Господь благословит нашу с вами церковь быть светом еще сегодня. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Великий Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за милость Твою, благодарны Тебе за это время, которое Ты даровал нам собраться здесь, в доме молитвы, и слышать Слово Твое, Господи. И Ты научаешь нас, наставляешь нас через Священное Писание. Ты говоришь к нашим сердцам, чтобы мы передавали то, что имеем сами. Но мы, Господи, нуждаемся в том, чтобы иметь вот эту вот жемчужину, вот эту драгоценность, чтобы пронести ее всю нашу жизнь. Чтобы не все, что в этом мире, не затмило Твоей красоты, не затмило той ценности и драгоценной жизни Твоей, которую Ты отдал для того, чтобы каждый из нас жил сегодня. Господи, Ты заплатил самое дорогое. Ты купил каждого из нас. Но мы не всегда бываем послушны Тебе. Но мы просим, Господи, прости нас, прости меня, что я не всегда верен Тебе. И я хочу следовать за Тобой, я хочу идти за Тобой. Я хочу быть светом в этом мире. Я прошу, благослови меня, благослови каждого здесь стоящего пред Тобой. Еще сегодня трудиться, нести это слово, которое Ты дал нам, нести Твою любовь в этом мире. Прошу, благослови нас. Прошу все во имя Иисуса Христа. Аминь. Колени ли дрожат, или затуманен взгляд, с
пішов людей попільнуть, сил новых почерпнуть. Я радость навсегда взираю на Христа. Он для меня день я путь и вечная жизнь суть. Аминь. Аминь. Связана с тобой.
Oh,
несем начальникам хвалу, служение нам с небес объятия, благословение поцелуй. Тому мы служим, чем мы дети, блажен, кто движется трудом, но больше счастья нет на свете, чем Иисусу быть рабом. Служение Богу, Он со мною, снисходит, терпит и несет. И я, дитя, тропой земною, учусь послушным быть во всем. Он дал с собой все ответы, вдохнул мне жизнь, рассеял тьму. Он Бог любви, добра и свет, Он дал мне честь служить Ему. Аминь. Аминь. Письмо из рождения 783. Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река. 783. Весь пропитан апологетикой.
защита истины. Молитесь, чтобы Он Господь благословил его цели передать к нам Слово Божие. Любые братья и сестры, я вас вітаю словами нашего Господа. Мир вам! Другі слова, які завжди були, є і будуть актуальними. Слава Ісусу Христу! І в действительності, якщо ми говоримо о останнє время, о той ситуації, що дійсно відбувається, хочеться просто сказати слава Богу за то, що Он наперед все розказав. Он розказав о войнах, Он рассказал о том, что будут приходить люди и уводить. Он рассказал о волках, о овцах. И действительно, вы знаете, когда говорить о овцах, хочется просто с вами поразмышлять, что такое действительно овцы, чтобы услышать, увидеть. Я зачитаю Писание, которое записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Читаю с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит инде, то двор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Итак, если говорить об этих словах, которые Иисус Христос рассказывает, вот этот эпизод, Он почему-то обращает на отношения между пастырем и овцами. Однажды, когда я поехал с одним другом к другому другу в Карпаты, там действительно полонины, и вот мы туда выехали машиной до половины, а потом поднимаемся вверх уже на эту полонину. И смотрим, идет к нам вот этот наш знакомый, который мы должны были идти. Мы смотрим, он идет, и овцы идут за ним. Когда мы уже встретились, он встал возле нас и смотрю, а овцы, они знаете, как идут? Вот так вот наклоним, и так идут. Они не смотрят туда, да, вот так вот наклоним. А когда пастор остановился, первые овечки, они тоже остановились, а те, которые сзади, получается ту-ту-ту-ту-ту-ту. И они стали вот так вот. Мы с ним разговариваем. Я заметил вот эту ситуацию, да? Вот. Мы с ним стали разговаривать и потихоньку просто стали идти. Не стоять на месте, а идти прямо, да? Я поворачиваюсь назад, смотрю, овцы тоже потихоньку начинают идти. Мы останавливаемся, и они останавливаются. Я спрашиваю, слушай, а как, почему они ж не смотрят, но они останавливаются. А он мне говорит, они верующие. Потому что вера – это то, что мы не видим. Так или не так? Однажды в Фоме было сказано, ты уверовал, потому что ты что? Увидел, да? А блаженны? И вот тут вот как раз и получается, что вера, она... От чего приходит вера, как Слово Божие говорит? От услышанного. И тогда он говорит, когда я иду, у него вот этот посох есть. А маленький колокольчик.
вот как рыбу ловить, помните там, да? И он говорит, когда я иду, палку вот эту посох переставляю, да, они слышат его. Когда я останавливаюсь, они его не слышат, и они тоже что делают? Они тоже останавливаются. Вот это как раз и когда мы говорим, что мы должны научиться прислушиваться, слышать. Можно действительно слышать. Вы знаете, однажды я прочитал одну интересную историю, хочу вам ее рассказать. И там описывается, что встретились бывшие студенты, которые учились в МГУ. В МГУ это Московский государственный университет. И там учились с разных стран на разные специальности. И вот представьте себе, прошло 20 лет, встречаются эти люди, проходит официальная часть, каждый рассказывает, что он достиг в жизни. Кто-то там, можно сказать, начальник большой стройки, кто-то начальник большого завода, кто-то по-разному, у каждого судьба распределилась. И вот, когда мы говорим, проходит официальная часть, и там описывается, что гуляют как раз по Москве два бывших вот этих студента. Один с Украины, а другой с Индии. И когда они гуляют, вот этот индус, он зацепил христианина за рукав и говорит, ты слышишь то, что я слышу? Христианин так посмотрел, ну слышу, вот Куран ты бьют. Индус опять говорит, ты слышишь то, что я слышу? Христианин посмотрел, говорит, ну вот машины едут. Опять, ты слышишь то, что я слышу? Христианин тогда говорит, а что ты хочешь, чтобы я услышал? Говорит, ты слышишь, как кузнечик поет? Центр Москвы, Курант, Красная площадь, все это, да? Кузнечик. И тогда этот индус говорит, ты знаешь, мое вероисповедание учит, что если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, ты всегда и везде должен слышать голос природы. Их не Бог, это понятие голоса природы. И вот где бы он ни был, он должен слышать голос природы. Христианин встал и подумал, а что я должен делать, чтобы слышать голос Иисуса Христа? Голос своего пастыря. Что я должен делать? И безусловно, Писание говорит, если пребудете во мне, то же самое, как и индус говорит, если я сливаюсь с природой, то я ее слышу. А каким образом индус услышал? Он просто с природой, он слышит. И когда христианин говорит, не слышал этого кузнечика, индус взял его, к концу дома подвел, говорит, послушай. И там действительно кузнечик пел свою песню. Как среди вот этого центра шума Москвы услышит этот голос? Как среди вот этого религиозного шума, который сейчас есть в 21 столетии, знания, что делается, как написано, умножаются или нет? Мир настолько стал маленький, что можно услышать, увидеть то, что за 12 часов полета там где-то ахнуло, а мы уже тут знаем. Мир настолько информационно стал маленький, доли секунды, и уже информация есть. Тем более религиозная.
Когда в Украину приехал Далай-Лама, выступал, и он сказал, что все религии, это они идут к одному Богу. Они ведут, как на одну гору поднимаются все религии. Только у каждого дороги свои. Но на одной горе так не может быть. Христианство, оно уникально. Христианство повторяет слова Иисуса Христа. Есть только одна дорога к Небесному Отцу. И эта дорога называется дверью. И Христос говорит, я дверь. Друзья, для того, чтобы попасть в это помещение, для этого построили и сделали двери, чтобы сюда зайти. Для того, чтобы пойти в небо, Господь устроил двери. Это Иисус Христос. Он говорит, я двери. Нету больше дверей. Только одни двери. Никто не приходит к Отцу, как не через меня. Так говорит Иисус Христос. Но в этом мире начинают придумывать много дверей. В этом мире однажды вот этот Далай-Лама привел еще один пример. Он говорит, это то же самое, когда четыре человека, которые никогда не видели слона, взять им, завязать глаза, подвести к слону и сказать, опишите слона. И каждый будет описывать по-своему, тот за ногу, тот за ухо, каждый по-своему скажет, что слон это какая-то подушка мягкая. Другой скажет, что этот слон это какой-то столб, если возьмет его за ногу. Третий скажет, что это что-то змеиное, если возьмет его за хвост. Это говорит о той ситуации, что каждый будет говорить о слоне, но со своей части. Но глаза-то завязаны, слепые. Вся ситуация в том, что другой, можно сказать, верующий встал и говорит Далай-Ламе. Вы знаете, слону вообще все равно, что о нем люди думают. Но наш Бог, ему не все равно. Он себя что делает? Открывает. Разнообразно он открывает. А в последние времена, как он себя открывает? Через кого? Через Иисуса Христа. Это последнее время как раз и ознаменовано в Библии тем, что очень сильно в конце, пред пришествием Иисуса Христа, будут придумываться разные дороги, даже чтобы свести кого? Избранных. Вот эти разные дороги как раз и сводят, когда ты не слышишь голос пастыря. Важно научиться слышать. Вы знаете, когда ты не слышишь голос пастыря, тогда ты можешь пойти так, когда Иисус Христос говорит, если кто-то входит не дверью, это называется Индия. Да, сюда можно попасть через двери и через окно. Но кто входит не дверью, он Слово Божие четко и ясно говорит. Он вор. Как много сейчас в последнее время приходят вот эти вот через окна, чтобы только что сделать с церковью? Убрать одно единственное в церкви. Любовь. Чтобы мы с вами ослепли друг от друга, не видя друга. И если мы ослепляем... И если мы ослепляемся, то тогда Слово Божие говорит по причине умножения чего? Если мы уже привыкаем к тому, что беззаконие может быть в церкви, и это нормально, то это уже говорит о другом. Это говорит о том, что кто-то есть Индия. Индия. Как часто в нашей жизни бывает эта Индия? Я знаю одну семью верующую.
которые поженились, у них появился ребенок, они стали складывать деньги на этого ребенка. А когда ребенок вырастет, они ему дадут образование, они ему помогут. Ребенок вырос, поступает в институт, и родители Индия. В институт. Все поняли. Индия. И потом приходят сюда, в дом молитвы, и молятся: Господи, спасибо Тебе, что Ты благословил, и наш сын учится. Первый год вот так были молитвы. Второй год. Господи, помоги учиться нашему сыну. Третий год. Господи, спаси сына от наркомании. Может, ему вообще не надо было туда, в университет. Но мы привыкли делать в жизни вот это Индия. Почему? Потому что не слышим голос Божий. А почему не слышим? Потому что не научились слушать и слышать голос Божий. Друзья, вы хотите научиться слышать голос Божий? Хотите или нет? Давайте посмотрим, как Библия об этом говорит, как учиться надо слышать голос Господа. Это настолько, когда мы говорим, важно в нашей жизни научиться, потому что если мы не слышим, мы 100% попадаем в жизни вот этой Индии. Давайте посмотрим два героя из Ветхого Завета. Первый герой – это Авраам. Когда Бог обратился к Аврааму, в какой стране был Авраам? Кто были его родители? Они были язычники. Авраам. И Бог проговорил к Аврааму. Авраам услышал этот голос или нет? Авраам услышал этот голос. Более того, когда Авраам услышал голос, он исполнил то, что Бог ему сказал. И то, что он исполнил, это ему вменилось на что? Он оставил ур-халдейский, он пошел. Это были правильные шаги в жизни Авраама, не Индия. Это были правильные шаги, когда он пошел. Смотрите, что такое правильный шаг. Сестры, если ваш муж к вам подойдет и скажет: послушай, оставляй все и пошли, вы оставите, пройдете с мужем одну улицу и спросите: муж, а куда мы идем? А муж вам скажет: не знаю, но идем. Вторую улицу вы прошли, опять: а куда мы идем? Не знаю, но идем. И так дойдете до конца Запорожья, минуя уже Запорожье, идете дальше. Какой вопрос будет у жены дальше? А куда мы вообще идем? Спасибо. У нас во Львове есть одна улица, там где дом для людей, которые не понимают, где они находятся. И я думаю, если вы еще раз спросите своего мужа, куда мы идем, он скажет: не знаю, я думаю, что вы его отведете туда, в этот дом, да? Ага. Я не знаю просто, какой тут, на какой улице находится это учреждение. Но смотрите, что делается с Авраамом. Если это двери, у Сары даже вопрос не возникает, куда мы идем. Она просто собралась вместе с Авраамом и что? И пошла. Вот это называется двери. Но в жизни у Авраама была и Индия. Давайте посмотрим. Для того, чтобы спортсмен победил, ему надо что делать? Ему надо тренироваться.
Для того, чтобы слышать голос Божий, привыкнуть к этому звоночку, привыкнуть к голосу Божьему, надо что делать? Тренироваться. Авраам, когда идет, и он подходит к одному городу, и зная, что в этом городе есть обычай, если кому-то понравилась жена, а она замужем, женщина, убивали мужа и брали эту женщину себе. Авраам, зная это, говорит своим, хотя Бог сказал, куда ни ступит твоя нога, я с тобой. И когда Авраам подходит к этому городу, начинается в его жизни что? Индия, скажи, что ты моя сестра. И потом что случилось? Как Индия отбивается на нашей жизни, когда мы не идем, как Бог сказал, дверьми, а когда мы идем чем? Когда мы идем вот это Индия. Давайте посмотрим следующий пример у Авраама, вот это Индия. Когда Бог говорит, слушай, у тебя будет сын, у тебя с Сарой будет сын. Нет. Что получается? Бог говорит, дверью, да? А что делает Авраам с Сарой? Ага, Индия, служанка. И что самое главное, что вот эта Индия отбивается на детях, как только рабыня, так и на детях Измаил отбивается. Хотя Бог благословил Измаила. И вот так в нашей с вами жизни, когда мы не спрашиваем Бога Его воли, чтобы Он открыл нам двери, потому что написано, если Бог откроет, то никто что? То никто не закроет. Но мы почему-то всегда хотим идти вот это Индия. Я помню, как моя мать мне говорила, сын, вот так иди. Но я почему-то все равно прихожу к этой точке, но как? Вот так вот. Индия. Как научиться вот это, как слышать голос Божий? Научиться слышать голос Божий, это когда мы с вами тренируем духовный слух. А как тренировать духовный слух? Это когда Бог, смотрите, как Авраам научился слушать голос Божий. Бог говорит, Авраам, я хочу, чтобы ты теперь принес сына, которого ты любишь, принеси его в жертву. Кто хочет такие испытания? Ага. И теперь давайте посмотрим, что сделал Авраам. Написано, рано утром Авраам взял и что? Все собрал, и он мог сидеть до обеда и думать, а правильно ли я тебя понял, Бог? Он мог сделать так, как один герой в Библии сказал, Бог, пускай трава будет с росой, а тут будет сухо. Мог сказать такое, братья и сестры? Но почему-то показывается, что он взял и что? И пошел. Вот это говорится о том, что Авраам за время, что сделал? Научился слышать голос Божий. Давайте посмотрим, когда мы учимся слышать голос Божий, на нас идет природа Божья. Потому что, когда ты слышишь голос, он тебя меняет, и ты сливаешься с природой Божьей. Природа Божья, Бог есть любовь. И когда
Бог открывает своему другу Аврааму, что он хочет уничтожить город Содом. Смотрите, какая природа любви появляется у Авраама. Он начинает любить людей. Это новозаветное понятие. Ибо так Бог возлюбил не просто ту или ту, или ту нацию. Бог возлюбил мир. И Авраам начинает беспокоиться о этих людях. Он говорит, ну если там будет 50, 40, помните, как он уже за кого торгуется? За людей. Потому что Бог есть любовь, и его природа, это болит за людей, сердце переживает за людей. Это вся наука Иисуса Христа. Переживайте за ближнего, который возле вас. И вот эта природа Божья, она открывает глаза, ты не пройдешь мимо, кто побитый возле тебя. Ты увидишь то, что действительно делается сейчас в этом мире, потому что Божья природа будет тебя вести. Ты будешь слышать голос, и ты будешь иметь это дарование, чтобы увидеть момент 21-го столетия. Когда Авраам научился слышать голос Божий, у него была еще природа Божья. Он научился Богу настолько доверять и слышать. Вы помните вот эту вот склоку, вот эту между пастухами Лота и пастухами Авраама? Помните вот эту склоку? И когда это пришло к Аврааму, Авраам пришел бы к Лоту и сказал, знаешь, Лот, поскольку я старший, седой, я себе беру вот эту землю, а ты бери себе вот эту землю. Так было или нет? Нет. Авраам пришел и говорит, посмотрите, насколько Авраам научился слышать и доверять Богу. Говорит, Лот, выбери себе. Аврааму было практически все равно, потому что он знал, где бы он ни был, Бог его все равно и там будет что делать? Благословлять. И он подходит к Лоту и говорит, Лот, выбери себе. Ну да. И Лот он посмотрел на эту сторону и видит, хорошая земля. На эту сторону еще лучше. На эту сторону посмотрел, еще лучше. Тут земля орошаема. И более того, тут еще и Содом. Великий город, крыша, которая заблестела и заблестела в глазах у Лота. Как часто сатана может делать нам вот это заблестело? Что мы за этим, то, что блестит, уже не видим, за этим маскарадами разными, то, что происходит, мы уже не видим и не слышим силы Божьей. Мы привыкли делать разные маскарады, шоу, но не видеть силы Божьей, что действительно есть. Лот посмотрел на этот Содом, и он себе выбрал эту землю. Заблестело. Когда я был в школе, я вообще вырос в интернате. Когда моя мать... У меня вообще третье-четвертое поколение верующих. Когда умер мой отец, хоронили по нашим баптистским принципам, еще в советское время, хрущевщина как раз. И через полгода пришли с исполкома, забрали нас троих детей в интернат. Я так рос в интернате. Но мать приезжала все равно, и учительница брала нас к себе домой, и мы у нее дома практически встречались с матерью. И вот однажды учительница меня забрала к себе домой, посадила меня делать уроки, матери еще нету. Я делаю уроки, кто тогда еще во время, я смотрю, тут те поколения, которые помнят это. Во времена Советского Союза были такие прозрачные чернильницы и ручки с такими золотыми перышками. Помните, да? Перо золотое. И вот когда я делал уроки, я посмотрел на эту ручку с золотым пером. Как вы думаете, где она потом очутилась? Ну,
конечно, какая у нас природа одинаковая. У меня в кармане где заблестело. Сатана нас так сделает так, чтобы нам практически оно заблестело. Можно включить фейерверки, можно включить хорошую музыку, можно поставить каких-то знаменитостей, и все это практически, оно даст свой какой-то эффект. Зазвенит, заблестит в глазах. Давайте посмотрим на второго человека. Второй человек – это Лот. Что практически произошло с Лотом? Когда Лот выбрал вот этот город, заблестело, он там жил. И что говорит Писание, когда Лот там жил? Что было у Лота, когда он там жил, на сердце? Написано, что сердце его что? Томилось. Оно действительно, когда Дух Святой очищает, мы видим этот грех, и от греха томится сердце. Оно действительно так есть. Ты понимаешь, что изменить ничего не можешь, но ты видишь, что грех. Лот, он выбрал то, что заблестело, жил там. Это было Индия. Почему? Потому что Лот даже не спросил у Бога: «Господи, а что ты хочешь в моей жизни? Как ты хочешь благословить меня и моих детей?» Все практически, то, что мы идем на Индию, оно рано или поздно, оно отбивается на наших детях. Рано или поздно, оно все равно на наших детях. И когда мы говорим о Лоте, откройте, пожалуйста, 19 глава Бытие. Начнем с 17 стиха, когда Бог хочет уничтожить этот город Содом, когда Бог видит Лота, а это, кстати, милость, выбрал то, но сердце томится, и Бог даже по этому утомленному сердцу хочет это сердце что сделать? Спасти. Хотя пошел вот этим Индия. Итак, давайте посмотрим 17 стиха. Когда же, значит, ангелы явились к Лоту, чтобы вывести его, да? Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Смотрите, какая милость у Господа. Мало того, что даже не спросил, но Лот все равно, как мы помогаем своим детям, когда дети что-то не так делают, мы все равно их что делаем? Любим, и что делаем? Даже мы видим, неправильно поступает ребенок, мы все равно что делаем? Ага. Тем более Бог, Христос говорит, как мы, будучи злы на своих детей, но все равно делаем что? Добрые даяния. Потому что это отцовские отношения. И смотрите, Бог по своей милости, даже если ты уже выбрал вот это, Бог до конца борется, чтобы было спасение. И как только Бог послал ангела, чтобы его вывели. Выводят. Смотрите, что делает наше с вами человеческое сердце. 18 стих. Но Лот сказал им: «Нет, владыка». Понимая, кто к нему пришел, понимая, что это его, для него же. Что делает наша человеческая природа? Двери, Лот, вот, вот. Нет, владыка. Давайте смотрим, что дальше происходит с человеческой природой. Когда Лот уже понял, что Бог его хочет вывести,
то вот начинает уже, понимаете, в чем? Ну, если ты уже хочешь меня вывести, Бог, то давай теперь я тобой покомандую. И смотрите, как происходит. Вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Что делается с человеческой природой? Ты знаешь, Бог, давай теперь я тобой покомандую. Послушай, мне в гору тяжело. Помните, как мирская пословица? Умный в гору, умный в гору. Так вот у Лота что-то такое, Бог говорит, иди вот на гору, спасайся. Потому что понятие горы в Ветхом Завете, это было как во времена потопа, спасаться на гору, ближе к Богу. Это было вот это понятие. И Бог говорит, спасайся на гору. А Лот что начинает? Теперь начинает, ты знаешь, это тяжело, я не успею. Успеет или нет? У Бога все практически вовремя. И Он знает. И Бог говорит, спасайся. А вот говорит, не успею. Вот тут как раз не слышит. Бог говорит, а человек что? Не слышит. Бог говорит Аврааму, не трогай. А человек? Ой, к Адаму. А человек не слышит. Давайте посмотрим дальше, что происходит. 20 стих. Вот ближе бежать всей город. Он жемал, бегу я туда. Он жемал, и сохранится жизнь моя. Что начинает делать Лот? Он начинает сокращать себе путь. Бог говорит на гору, а тот говорит, послушай, Бог, давай я вот сюда, я вот побегу вот этот маленький, вот, ладно, Содом, это большое, а вот я побегу в маленький вот этот вот город. Он же, смотрите, в этом стихе, в 20 стихе, он два раза повторяет Лот, он же маленький, он же маленький. Почему Лот начинает говорить, что Сигор, город, который он хочет побежать, он маленький. И два раза. Вы знаете, человечество себе придумывает большой грех, маленький грех. Однажды, я возвращаюсь сейчас в историю с этой ручкой с золотым пером. И вот когда я эту ручку положу себе в карман, мать приехала, забрала меня домой. Как всегда, она дала покушать, конфеты. И посадила меня делать уроки. И как вы думаете, какой ручкой я стал делать уроки? Ну да, какая у нас природа одинаковая, да? Конечно, я достаю ручку с золотым пером и начинаю делать уроки. Теперь внимание, что я ответил, когда мать увидела эту ручку и спрашивает меня, ты где взял? Как вы думаете, что я ответил? Ну, какая у нас природа, у всех одинаковая приходит, где взял? Нашел! А мать посмотрела и говорит, вот там, где ты нашел, туда и... Отнеси. Как я не хотел туда идти, к этой учительнице. Я придумал разные истории, чтобы только не попасть туда. Но все-таки мать сказала, отнеси. Пришел понедельник, я на уроках говорю, Галина Малянина, я хочу быть сегодня у вас дома. Хорошо. Мы пошли после занятий к ней домой. Она пальтишко мое повесила и пошла на кухню, ставит чайник, а я пошел туда в комнату и эту ручку
Вот так поставил туда в чернильницу, поворачиваюсь, а она стоит в дверях и смотрит. Как мне неудобно стало! Она поняла все, подошла, положила руку мне на голову и говорит: «Володь, как хорошо, что ты положил туда ручку, потому что все начинается с маленького. Сначала ручку, потом деньги по карману, потом велосипед, машина, банк и в лучшем случае тюрьма. Лот, он начинает говорить: он же, я вот этот город побегу, он же маленький этот город, я туда побегу. Понимаете, но все, что маленькое, оно имеет свойство быстро размножаться. Микробка маленькая, а что? Мушка маленькая, а что? Грех маленький, а что? И вот эта маленькая закваска что сделает? Заквасит что? Ага. Но все начинается с маленького. Где-то что-то пропустил, где-то что-то смолчал, где-то что-то. И все начинается с маленького. И знаете, что произошло с Лотом? Лот пошел в этот город, не послушал Господа, а пошел в этот город. Сигор, вот этот маленький город. Думая, что там меньше греха? Мы привыкли себе уже делать больше грех, меньше грех. На весы ставим грехи. Тот же, та же самая глава, 30 стих. Посмотрите, пожалуйста. Что произошло? Вот зашел в этот город Сихор, жил там, а потом что произошло? Смотрите, что происходит. 30 стих. И вышел Лот из Сихора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сихоре и жил в пещере, и с ним две дочери его. Бог с самого начала говорил: Лот, вот, иди туда. А Лот что делает? Как в нашей жизни часто так бывает, когда Бог открывает двери вот сюда, а мы все равно куда идем? Вот это Индия. Почему так бывает? Только по одной причине. Овцы не хотят прислушаться к голосу пастыря. Овцы, они, если не слушали, то проходит время, когда ты теряешь слух. Я не музыкант, но я могу просто спросить, зачем регенты хору всегда дают вот этот камертон, всегда дают вот эту ноту? Зачем дается? Чтобы что? Чтобы настроить ихний что? Слух. Пастырь, зачем он будет давать вот это, чтобы настроить своим овцам что? Слух. Для чего? Чтобы в унисон пел хор, как правильно. Чтобы церковь шла за пастырем. Чтобы церковь не ушла вот это Индия. Чтобы мы на частном своем не ушли своей семьей или сами не ушли вот это Индия. Чтобы это не осталось потом на вас и ваших детях, вот это Индия. Авраам ушел, это осталось. Давид сделал Индия. И на детях что осталось? Если вы посмотрите, много вот этого Индия, и тогда это все постоянно делают. А оскома у кого? У детей.
Если уже готов, то хотя бы о детях. Лот. Что с ним случилось? Во-первых, он жил и боялся. Он жил там, и все равно страх был. Почему? Потому что знал, что не послушал Бога. Если бы он послушал Бога, совершенная любовь изгоняет что? Если ты веришь, что Бог тебя любит, тебе не страшен Голиаф. Потому что совершенная любовь, что она делает? Если ты хотя бы ощущаешь, что Бог тебя любит, ты будешь доверять. Однажды у одного проповедника я услышал о доверии Богу. Один хороший пример. У него был один проповедник. Вернее, он сейчас еще живет, но он привел такой пример. Однажды он выходит на улицу с сыном гулять, и у него на площадке стоит вот эта, знаете, вот такая вот, где ребенок съезжает с горки, да? Вот так вот. А тут вот лестница. И когда он вышел гулять с этим ребенком, ребенок, его сын, увидел эту горку и быстренько своей реакцией маленькой вылез на эту горку, а оттуда посмотрел и остановился. Он забоялся высоты. Отец это понял. И он подходит с той стороны к горке, становится вот так и говорит: «Сын, спускайся, я тебя тут держу». И знаете, что получилось с глазами сына? Тут сын был перепуган, да? Но когда отец сказал: «Спускайся, сын, я тебя ловлю», что сделалось с глазами и лицом сына? Он заулыбался, он говорит: «Папа, лови!» И поехал навстречу к папе. Это говорит о той ситуации, что если мы с Богом и понимаем, что наш Бог – это Отец, мы понимаем, что Его любовь, она будет нас охранять. Потому что написано, кто вот тут вот, он трогает самого кого? Кто вас трогает, он трогает саму зеницу ока. Друзья, ищите в своей жизни именно двери, чтобы прямо идти в теми дверьми, которые Иисус Христос в небеса, Он сделал эту дорогу. И когда мы идем вот этим Инде, мы полностью грешим против Бога. Когда мы где-то деньги дали, подплатили, и потом говорим: тут Бог помог. А потом плачем над тем, что действительно происходит. Лот, он пошел в это. И он там жил со страхом, потому что понимал, что Инде было. Пересмотрите просто свою жизнь. Где в вашей жизни Инде? Не живите страхом. Лот. Он все равно это оставил и сделал то, что я уже отсюда. И вышел Лот из Сегора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери. Он поменял комфорт на что? Ага. То же самое Моисей. Он поменял фараоновское понятие, чтобы жить с кем? С Божьим народом. И можно всю Библию показывать, как Божьи мужи, они оставляли комфорты, они шли и смело говорили. Они понимали, что их распилят, они понимали, что их повесят, они понимали, что распнут. Они все это понимали. Но Божья любовь, она двигала ими ради тех людей, которые слепые. Как Христос на кресте говорит: «Господи, прости им, ибо что? Ибо не знают». Он понимал, что это люди, которые не понимают этого, но Божья любовь, она вела туда, на Голгофу, там, где проявляется прощение, там, где является милость Господня. Посмотрите еще один момент.
Я буду заканчивать. Я хочу обратить просто одно внимание. Что дальше сделали дочери Лота? Что они задумали? Откуда у них такие были мысли? А потому что провел через Содом свою семью, провел через Сеор свою семью. Посмотрите, где у вас. Как вы проводите своих детей? Через телевизор, компьютер. Молодые мамы, нету времени сидеть с ребенком, включить компьютер, включить мультик, и ребенок сидит полдня за этим мультиком, зато мама почистила картошку спокойно себе. А ребенка заразили вот этими всякими ужастиками. А потом ребенок 16-17 лет начинает идти в какую-то субкультуру, панки, роки и тому подобное. Потому что не было времени заниматься ребенком. Когда-то я увидел, не убивайте своего ребенка. О чем это говорит? Знаете о чем? О компьютерах, о телевизорах. Что ребенок одинокий, вы одиноки. В 21-м столетии мы куда-то спешим. Мы забываем, что главное – это отношения с Богом и отношения вашей семьи с детьми. Только 8 секунд в день отец видит глаза в глаза своего сына. Посмотрите просто, сколько вы видите секунд глаза в глаза своих детей. Сколько минут мы разговариваем со своими родителями. Лот, если бы он разговаривал с Богом, в его жизни не было то, что сейчас, всего недавно, 3 недели тому назад приняла Америка. То же самое и Содом. То же самое в Европе. То же самое придет и сюда. Оно никуда не денется. Оно придет. Но что ты будешь выбирать? Куда тебе бежать? Если единственный место, куда бежать, это церковь. Я не говорю дом молитвы, я говорю церковь. Потому что если будет среди нас любовь, по любви будут что делать? Узнавать. Чтобы любовь назад возвращалась. Чтобы тут Писание так говорит, покайся и возвратись. Куда? К первой любви. Пусть Бог благословит каждого из нас подумать, на пути ли мы, или мы Индия. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, мы снова взываем до Тебя. Господи, так як Ти сказав, і ходив Єнох перед Богом, допоможи, Господи, і нам ходити Твоїми дорогами. Допоможи, Господи, дивитися за своєю ногою, куди ми йдемо. Допоможи, Господи, чути Твій голос. Ті випробування, які Ти, Господи, даєш, бо Ти сам пройшов ті випробування, Господи, і Ти переміг. Ти благослови зараз Твою церкву, щоб в дійсності, в повноті серця, в чистоті серця ми приходили до Тебе і бачили Твою любов і раділи в Тобі. Благослови. Амінь.
Жизнь моя скрыта лишь в тебе.